на конкурс «Дети читают стихи». Элина Хлыстова, 6 лет, город Таганрог. Не забывайте матерей, Валерий Панин. Не забывайте матерей, они печалятся в разлуке, и нет для них страшнее муки молчание собственных детей. Не забывайте матерей, они ни в чем не виноваты, как прежде их сердца объяты тревогой за своих детей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону, они так радуются вам, любому к вашему поклону. Не забывайте матерей, ведь для молчания нет причины, и глубже с каждым днем морщины от равнодушия детей, среди суеты и праздных дней. Услышьте, господа и дамы, болит душа у вашей мамы, не забывайте матерей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону, они так радуются вам,